Здарова всем, с вами снова я, Руви, и игра Dying Light: The Following. Ребят, сегодня я играю сам, без Дани, по той причине, что эта игра решила сделать небольшой сюрприз. Теперь можно проходить только в соло. Я не знаю почему, но в Дуу почему-то ничего не запускается. Короче, наша задача — это найти Храм Солнца. Как видите, это неоконченный рассказ, и, собственно, нам нужно как-то добраться в ту сторону. Километр. Целый километр. Так, надо как-то перелезть, наверное, этот забор. Может быть, через камни попробуем, давайте. Ой, аккуратненько обходим, и, собственно, все, я перелез. Теперь у нас есть оружие, у нас есть там лук и так далее. Всякая подобная тема. Так, как видите, кстати, я с вебочка сегодня. Это первый Dying Light: The Following, вообще Dying Light с вебасом. Ну, типа, надеюсь, вам это понравится, и вы поставите свой лайкос. Хорошо, как видим, меточка за 900 метров находится от нас. Машина за 300. Ой, братюнь. Нихера себе. Убери камень, выкинь каку. 11 хп, не тролль. Это сильно жестко, уходи. Брат, уходи. Не трогай меня. Че такой жесткий? Все, убили, ребят, это было жестко, это было реально потно, но мы его убили, ё-моё. Отстаньте, на, девчонок. И ты на по лицу. Отстали все. Меня убили. Ребят, обидно. Обидно, но ладно. Ну что, нужно добраться до меточки каким-то образом. Не знаю, как мы это сделаем, но я попробую добраться. Так, нажимаем пробел и, собственно, появляемся где-то вот тут вот. Так, ну что, поперли? Ну, на машине на самом деле немножко, немножко далеко до машины. И, собственно, идем пешком, а именно на нашей киске. Так, еще немножечко и еще. Хорошо, 800 чем-то метров. Что вижу? Вижу я воду. Нам нужно как-то это дело перейти. Каким-то образом переплыть, либо же я просто пройду по берегу. Пигнали. Зомбак, здорово. Голову тебе разломать. На. Шикарно, тупо на изи убили его. А расстояние все уменьшается и уменьшается. На машине, не спорю, было бы быстрее, но, возможно, пока бы я добрался до машины, прошло бы еще больше времени. Че вы его хаваете? Пошли вон, подонки. Ты че такой большой, братень? Умри. И ты умри, и ты умри, все умрите. Уходим, братцы. Тут их сильно много, на самом деле, меня пугает, ну ладно, погнали. Я один их всех, ну, как бы, вряд ли замочу. Так что лучше просто валить. Так, прыжок, паркурчик, ребят, просто тупо паркур-мастер, ауе. Полкилометра, полкилометра, и мы на меточке. Как видите, мы уже половину пути прошли, буквально за минутки две, мне это нравится. Вот что вот просто делает киска, она офигенная. Она просто монстр. Если что, это золотая кошка. Так. Как бы нам пройти, чуваки, не знаю, надо как-то перебраться на ту сторону. Я успею, смогу допрыгнуть, не? Ой, где хп? Зомбак пошел вон. Иди отсюда, пес! Опа, достали, шикарно. Все, я на этом берегу, теперь нужно как-то двигаться туда. О, зомбачело. Может, я киску убить, а? На! Ой, где хп, не понял? Счет как-то я не ожидал от него такой жести. Бегун, бегун, здорово, братень, может, тебя замотать? Пигнали. Бегун, умри! Есть, минус бегун, ребят, шикарно, тупо размотали. Го, залутаем его. Там же типа печень бегуна и так далее. Да, шикарно. Ой! Уйдите вон, уйдите все вон. Уходим, 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 уходим. Киска, ребят, прям решает, гляньте. Так, 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 прыжок. Фух, я ушел. Ребята, это было подно. Что это было? Кто сломал забор, не понял? Ну нахрен. Очень рядом до меточки. Немножко прям осталось, знаете. Нужно как-то двигать, так как мы рядом. Ой, где я? Здорово. Шикарно, погнали. 100 метров. 100 метров, что за машина? Первый раз такой на самом деле вижу. Типа лодочки на машине. Ну, нормально. Впрочем, я не против. Куда я постоянно падаю? 102 метра и меточка. Погнали. Нам нужно найти Храм Солнца. Ну, гоу. А, вот, вот меточка. Все, вижу, понял. Это какая-то вот... ущелина. Что делать? Все? А я предупреждал. А, все, да, готово. Шикарно, ребят, мы это сделали. А, нет, гляньте, 133 метра.
Паркур, погнали. Это высоко, нифигово. А я дотягиваюсь, как видите, идеально. Так, погнали. Нужно перелезть. Подождите, а как оно наверху? Там же запрещенная зона. Вот не понял прикола. И как, ребят, вы предлагаете это сделать? Это же запрещенная зона, подождите. Где я? Алло. Так, самолетик. Паркурчик, ребят, паркурчик, ну. Давай, 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 давай. Ладно, я на вершине, вид отсюда потрясающий. А, наверное, задумано было сюда попасть, реально задумано, нифигово. Так, я добрался, что делать дальше, вопрос. Может быть, нам нужен рисунок, погнали к нему. О, на одном из монолитов изображен окровавленный что-то там. Видишь что-нибудь еще, может, маску? А надо искать именно маску? И как можно старательнее, мистер Крейн, это очень важно. Окей, маска, маска, маска. Где же мне тебя найти? Маска. И как ты выглядишь? Вопросик. Нашел эту траву. Это маска? Подождите, что это такое? Опа, маска культа. Нифига. Как она выглядит, ё-моё. Я нашел одну яму. Полагаю, в ней лежат поношенные что-то там. Красную? Если красную, подбери, осторожней с ней. Ребят, что мы сделали? Что это было? Это было жестко, потно, но мы выполнили это задание. Неплохо. Так, мистер Крейн, нам нужно вернуться. Я так понял, нам нужно вернуться за километр, вы серьезно? Погнали, тогда вернемся. Как нам спускаться, ё-моё, алё. Тут сильно высоко, пацаны. Давай, киска золотая, решай. Ноу! Мы сдохли. Да, ребят, мы сдохли, это было жестко. Но нормально, 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 нормально. Так, надеюсь, что возродимся в нормальном месте, а не в какой-то жопе. Пожалуйста. Давай, где же я появляюсь? Я появляюсь, ну, более-менее хорошем месте. Чё с хп, ё-моё, евпать калавратия. Теперь тупо километр обратно. Ну, погнали, чуваки, итого доберемся и, собственно, минус одно задание. Так, погнали, побежали. Может быть, убьем стаю зомбаков? Чё думаете? Мне кажется, прикольная идея. 900 с чем-то метров. Так. Проходим, 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 проходим дальше. И, ребят, как вы понимаете, игра... Ну вот, осталось буквально сколько вам скажу, да? Да, 10%. 10%. И все, игра пройдена. The Following пройден. Вот я постараюсь растянуть эти 10% на много видосиков, чтобы вам было гораздо интереснее. Умрите, пацаны, умрите, сдохните, сдохните. Умрите все. Ой. Не. Уходим, братцы. Что-то не сильно жесткий, я манал. Он сзади. Девчонки. О, вас что-то много, девочки. Уходим. Ну нахрен этих психов. Так. Где-то. Ой. Готов. Изи. Не чувствую. Го, поплыли, наверное. Там, по сути, киска моя достанет очень скоро, я так понимаю, да? Давай, давай, давай. И... Да, шикарно, мы достали. Ну что, мы, собственно, на этом берегу. Осталось буквально 700 метров, и, по идее, будем на меточке. Так, ну чё? Идеальная дорога, ни одного зомби, ребят. Как будто все нормально, как будто не было зомби-апокалипсиса. Ничего типа не произошло, ну окей. Опа, дорога. И тут опять же зомби, а? Пацаны, вы чё, борзые, что ли? Не понял. На. Какие-то вы изичные, не чувствую. Очень вас много, пацаны. Вас сильно много, ребята. Алло. Вас сильно много, ребята, а? Я ж пошутил, не лезьте ко мне. Капец. Что-то жестко, чуваки. Что-то жестко. Так, ребят, что это за место? Это какой-то домик? А, может быть, нужно освободить этого чувака? Что это такое? Кто это ломает, не понял. Валим, братцы, что за дерьмо? Так. Ну вас нахрен, пацаны. Уходим. Хорошо, мы вроде бы сбежали, неплохо. Фу, зомби реально прям таки жесткие. Их сильно много, я один. Как видите, играем без Дани, тупо в соло разматывать немного сложнее, но... Даня же... Ну вы понимаете, да? Ну такой себе игрок. Так. 300 метров побежали. 270. 250.
Тупо минус энергия, видите, не могу прыгать. Изи, изи минус энергия. Пигнали. 202 метра. Так. Прыжок, давай прыгай, ну. Шикарно. Видите, почти на метрочке осталось буквально прям капельку, капельку, капельку. И мы, собственно, сделали это задание. Лезь, алё, алё, как мне залезть? О, шикарно, перелезли. Вот, нам нужно в тот домик. И вот туда, по идее, мы даем эту масочку. И нам, наверное, что-то там скажут, да? Наверное, да. Так, побежали. Что же там произойдет? Мне реально интересно. Так, лезем, лезем, лезем наверх. И, собственно... Вы слышали этот звук? Что это было, ё-моё? Ладно. Так, я в доме, гоу наверх. А как нам залезть наверх? Вопросик. Открываем двери. А, вот, все, вижу, вижу, вижу. Поход наверх, погнали. И вот я на нужном этаже. Здорово, брат. Вот твоя маска, Атила. Правда, не знаю, зачем она тебе, чем она тебе поможет. Не знаю, реально, не знаю. Но, видишь ли, матерь помешалась на одном пророчестве. Когда чума мир повергнет во прах. Во прах. Когда землю тьма поглотит, когда люди хищными зверями уподобятся. Когда тела и души человеческие изуродуют порча. И чё? Явится муж, страшную жертву принесший, и примет она, он, благословение света. Шок, шок. И в нем явит себе Бог Солнца. Его устами станет он говорить, и голос этот нести будет людям свет и исцеление. И пройдет он воротам смерти, дабы дать миру новую жизнь. На всех сохранившихся изображениях Бог Солнца или призывающий его жрец носит похожую маску, так что, мистер Крейн, ты и правда очень мне помог. Пожалуйста. Нужно что-то еще? Только время и покой. Надо все записать. Все до последнего слова. Я расскажу жрецам, как ты по мне помог. Спасибо, мистер Крейн. Я сажусь с тобой, когда все будет готово. Что ж, тогда... Тогда до завтра. Обещаешь? Хорошо. Буду ждать. Ребят, мы это сделаем. Мы выполнили задание. Вот. Короче. В общем-то, получилось довольно прикольно. Интересненько. Надеюсь, вам это дело понравилось. И, ребят, не забудьте поставить лайк на это видео. Вот, лайкосик, да, прям. Наберется много лайков, будет реально круто. И подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие серии по следующему офигенному заданию в этой игре. Так что подписывайтесь. С вами был я, Руви. Всем удачки, всем пока.